Бурятский национальный лицей-интернат номер 1 вошел в число ассоциированных школ ЮНЕСКО. Сегодня в Театре оперы и балета состоялось торжественное вручение сертификата, подтверждающего членство в ассоциации. Не случайно, наверное, все-таки первой ласточкой от Республики Бурятия стал Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат, потому что он по всем показателям, и особенно потому, что касается культурного развития, духовного развития, музыкальной культуры нашего народа, думаем, что это позволит нам в дальнейшем развивать международное сотрудничество, которое прежде всего связано с обменом различных культурных ценностей. В 90-е годы, когда первый раз приезжала в Бурятию, посетила вот лицей и была удивлена, потому что настолько вот воспитание детей было широко охвачено по всем аспектам, чтобы ребенок развивался. Отмечу, документы на вступление в ассоциацию школ ЮНЕСКО были поданы еще в 2016 году. В течение 3 лет специалисты оценивали учебную программу заведения, а также внешкольные занятия. Попадание дает учителям и школьникам лицея возможность участия в стажировке за рубежом и участия в международных проектах под эгидой ЮНЕСКО. Всего в ассоциацию школ ЮНЕСКО входит 9,5 тысяч образовательных учреждений по всему миру.